Так, сейчас мы в этом месте. Ну как, получается? Ну так, что-то есть. Божья помощь. Божья помощь. Держи молоток крепко. Фуражку. Это делает уже лягушатник непосредственно с пирса, где сохранить. Видите, вот мы на пирсе стоим. Вот это Дмитрий Сорокин тут помогает. Там сидят Максим Степаненко, Андрусенко Александр. И Александр Марьясов. Ты меня не сшибешь? Постараюсь. Чтобы я не сбулькал. Вот. Ну а дальше еще там, видать, храм наш. Я снимать не могу далеко. У меня руки трясутся. А тут скамейки нарушены. Сделали, пришел. Она наклонная. Сказал заново переделать. Потому что все, что делаешь, делай как для Господа. Да. Наклоненная. У тебя глаз должен быть как ватерпас. Давайте. Это был... Вот так. Выравнивай. Оно сгниет и навалится опять. У него впереди сковорода была, а сзади большая была печь сзади. И это... Вот этого удачу малооха возили по деревням, но не по деревням, а по селениям. И женщинам предлагали, хотите счастья, вы должны отдать удаче жертву. Но эта удача принимала только... А там ходили два жреца с ними и четыре носильщика. А у жрецов были очень большие секиры острые. И брался только в жертву. Вот Ваня плохо работал, я его поставил не работать, стоять только. Некоторые соглашались, отдавали своего грудного ребенка взамен счастья. Ну, невидимого счастья, обмана. Вот этому башку маленькую идеалу. И они за один раз помещали на эту сковороду до 50 младенцев. Я когда прочитал это у старца Клеопы, меня страх обуял. Мы все время вот про это слово говорим. От этого мне жутко стало. Я забыл это слово сразу. Удача. А так и пишется. Малоох или удача. Он так и назывался этот бог. Ну, насчет удачи, это все-таки наше славянское слово. Но вот там он удача именно как мужского рода. Ну, это перевод, скорее всего. Потому что на самом деле у нас очень интересный язык. Это у нас крест стоит прямо над водой. Слова многие. Богатырь. Да. Пожалуйста. Вот почему пожалуйста? Ста – это обращение. Раньше же отчества не было. Ну как бы помнишь? Пожалуй. Надо, во-первых, глубже закапывать. Ну а потом смотреть, как оно, прямо не прямо отрезано. Даже, кстати, слово царь. Мне Дворкин, по-моему, кстати, говорил, что царь это имя какого-то достаточно этого, то ли греческого, то какого-то деспота. То есть это имя собственное было. То есть это не было обозначением. Да, царь это был, да. Это какой-то из достаточно таких деспотичных и своенравных этих таких крепких руководителей. То ли римских, то ли греческих. А потом как бы он закрыл в себе вот это именно, ну, что как мощный руководитель, царь, всеобъемлющий. Да, то есть поэтому на самом деле некоторые слова, чем с одной стороны церковно-славянский язык хорош, что он законсервировал сталые смыслы. Они же меняются смыслы-то. Вот. Ну да, взять, например, слово пацан. Вот я как раз статью сейчас недавно перед этим взял, я говорил о что такое сквернословие и злословие. Ну, кстати, что такое злословие? Вот в контексте Библии. Ну, злословие, наверное, не обязательно, чтобы это ругательно было. Это, наверное, пронесено с каким-то злом, с невежеством. Старое славянское значение злословия – сплетни. Ну вот, я говорю, типа. Ну вот. Причем вот там же семей, когда уходил Давид, он вообще правду говорил. Он назвал убийцей, но потом еще добавил кровопийца. Он говорит, злословит.
Он ни клеветой не названо было, ни сквернословием не названо. Вот тоже смыслы такие. Но это определение. Очень интересные. Ну, вот. И вот слово «пацан», например, вот, ну, оно очень прочно вошло. Оно вошло у нас только в начале 20 века, с революции. Пришло с Украины. Вот есть две этимологии слова. То есть первая этимология, то есть украинцы, они именно «пац-пац» свиней зовут. То есть «пацан» — это свинопас, человек на побегушках. Вот такой один из таких вариантов. Вот. Или крысеныш, кстати, удали есть. Пац, по-моему, это детеныш крыса откормленная. Вот. То есть поэтому обратите-ка уничижительно. И есть и еврейские этимологии, что поц — это половой член. То есть поэтому куда ни клинь, пац, кто такой пацан? То есть либо иди сюда, свинопас, или крысеныш, или членчик. То есть, а у нас он прочно вошло уже. Так, и даже, вот видите, оно где-то даже восхвалительно, когда вот молодежь рассказывает, да это из своих пацанов, там вот такие разговоры там. Вот. А суть это смысла они не осознают, так же о многих слов. Но они как бы придают уже в своей голове заложено, чтобы это как бы в их лексиконе это хорошее, как бы подтверждающее, свой. Вопрос в том, что кто же сказал-то? Дамаскин же сказал, кто в каком слове упражняется, тот обретает его свойства. Ну, чувак это кастрированный самец, Боров. Знаете, чуваки, а смысл-то какой? Или пацаны, ну, крысята, свинопасы, ну, это чуть куда ниже. Поэтому в этом есть полезность языка, что слова смысл не теряют. Ну, даже прелесть уже. Пушкин уже начал использовать слово «прелестный» как синоним уже нечто прекрасного. Да. Хотя в высшей степени ложь. Вот. Так что некая консервация. Но все равно человек подгоняет под себя со временем слово, как оно, он его слышит. Вот даже в чем-то... Бывает же, как, вот, например, как из контекста выхват, как Игнат Тихонович говорил, например, там, вот сегодня он. И берут вот эту часть, где вот, как, например, она что говорит об удаче, а что продолжающее, об этом не говорят уже. И вот берут из контекста вот это вот, здесь одно звучание хорошее, вот этого себе и примем. Но и подсознание, наверное, держит вот это, чтобы себе примем. Остальное как бы отвергаем. Почему недоговорено всегда, как Игорь Тихонович про дедахи сегодня говорил, там же недоговорено. Вот сослались, они договорились, а что? А это же их же и опровергает. Меня, кстати, после того инцидента один из священников томских попрекал как раз-то словами апостола, что ищущим повода не надо давать повода. А контекст-то там совсем другой. То есть там обсуждались как раз еретики, это тоже интересно, я потом вытащил наконец, то есть это абсолютно не к месту. А в каком смысле он, какой он упрек ставит? То есть вот у нас есть люди, которые ненавидят церковь, а теперь, мол, я типа дал повод еще больше ненавидеть церковь. Да. А, это вот после того случая? Ну да. То есть тут в данном случае совсем другой контекст. Очищаемся не чистотой, а очищаемся замалчиванием, называется. Вот такой подход. Да нет, скорее. Да? А вот на, тут лукавство. На самом деле, обличение, это обратительно даже, когда апостол Павел, что Писание полезно, написано, там чуть не на втором или третьем месте для обличения. То есть вот, обратите после... Максим, да. Обрати внимание, вот он стоит, и вокруг девчонки рядом стоят вместе с ним. Одна, две, три, четыре. Вот вы как говорили, это истинно так. Другой причины просто нету. Там ничего нету. Кроме того, что чувство, что здесь она может командовать, и он бейсбольный абсолютный. Так, женщина чувствует это. Мы говорим о том, что я это сказал, что не чистотой ищут они, да, а вот как бы замалчивание. А, да. То есть обличение, то есть первое... Мы говорили, что в какой контексте, в каком стать. После блаженства, сразу же вы соль земли. А что такое? Тот человек, который вокруг себя осоляет. А осоление-то происходит через обличение. И вот, собственно говоря, прежде всего ненавидит обличение женщины. Вот в чем дело. И поэтому, можно говорить о том, что сейчас у нас церковь подкаблучников. Угу. Вот, не обратите, сколько говорят, не суди. Причем люди даже не понимают, чем суд отличается от лечения. То есть любой суд состоит первое из выяснения вины. И вынесение в данном случае виноват, приговор. А после следует, раз ты совершил что-то,
то ты должен понести наказание. Вот тогда это суд. А когда тебе выносят приговор, ты вор, это не осуждение. Это наказание. Это обличение. Обличение. Твою вину нашли, ты таков. Вот. И поэтому у нас абсолютно перепутано. Обсуждение, причем именно все, обличение прекращается. А грех что? А он замалчивается, да. Он прячется. Да. Правильно же говорит. Вот я действительно на этом тоже задумался. Много вот батюшек говорят по этому поводу. Некоторые вопросы поднимал. Ты понимаешь, ты как бы осуждаешь. Я говорю, ну хорошо, а почему я осуждаю, если на я... На мое место сядьте, кто говорит, того снимайте, я пойду там разберусь. Я прав в этой ситуации, например. Я вот ссылаюсь же не на себя, я говорю, вот, например, там выписка, как бы беру строки из книги Игната Тихоновича, но там тоже библейский ответ. Почему вы говорите, что я не прав? Я же не говорю своим языком. Я же говорю, что вот это не так должно быть. Что тебе мало, то, что я сказал. Вот и на этом все завершается. Дальше ты куда не пойдешь. А спорить грех со священником, ты ничего и возражать не будешь. Вот я особенно сейчас недавно задумывался над проповедью наших священников, а они абсолютно на самом деле бестолковые. Они еще немые половина проповедей. А бестолковые вот в чем. Вот он рассказывает из Евангелия, например, из жития, о святом какой-то рассказывает. Вот святой то, вот святой это. Можно я буду работать? А что делать-то? Вот мне что вот делать? Что делать мне лично? Мы с братом на эту тему разговаривали. Что? Вот лично делать. Вот стоит молодой человек. Вот. Он играет в компьютерные игры. Он смотрит порнографию. Он рукоблудничает. Ходит он, в клубы. Ну ладно, это оставим. Он лень молиться. У него есть искушение. Вот что нужно? Ну ладно. Ты показал, какой святой. А конкретно, что мне-то сейчас делать? Шаг. Чего делать-то? Чего делать? И вот это практически все пропы, они ни к чему практически не побуждают. Вот они как обливают тебя такой водичкой, вроде чистенький ушел, вроде приятненько что-то послушал. И что? Вот что мне дальше-то делать? Ну и проповедь-то суть, она же уже обращена к человеку верующему, верующему человеку уже. Человек, который уже переживает что-то уже. Человек уже живет Христом. На самом деле, вот, прослужив так-то, сколько там, 12 лет тогда в церкви, на самом деле даже можно исповедоваться не один год, но на самом деле не быть честным. Вот что, парадоксально. То есть быть правдивым о себе и это осознавать. Это не все-таки это не отличается. То есть это моя позиция, я пытаюсь объяснить. То есть у нас обычно так говорят. Я согрешил, ну печаль, я сделал. А вопрос в том, что мы как бы в действии критикуем. А надо признать, если я своровал, то я вор. Да. Вот общество никаких алкоголиков. Я алкоголик, он до конца своей жизни, он правильно, я алкоголик. То есть какой-то грех, если смертный, он наносит рану, нанес рану, вот у меня шрам, и вот я порезался здесь. Этот шрам у меня до конца жизни. То есть если человек своровал, то этот шрам остается на всю жизнь. И на самом деле такому человеку очень тяжело удерживать себя от воровства. Ему постоянно хочется стыбрить что-то. Если я в детстве поранился с горнословием, матерился очень сильно, это все равно вылазит. Вот. Если я, ну, мне так повезло, что я не увлекся там винопитие. То есть даже когда мне взрослые уже предлагали 18 там лет, ну то есть я не буду. И, ну я, что называется, могу спать на бочке. Гвозди упадут, да. Уже свесились. Да. Упадут. Я могу спать на бочке с виной, вот. И я не хочу пить, я не буду. То есть почему? Я просто рану эту не нанес себе. Шрама не осталось. И поэтому все-таки правда в том, что если ты совершил грех, вот я вор, если сгурил, ты буду. Если ты убил, я убийца. Вот это правда. А не так, что где-то я что-то сделал и все. Этот грех остался. Рана осталась.
Но, удобопреклонность к греху осталась. Но я понимаю, но рана может напоминать об этом, что не возвращайся. Да, да, ну, а она постоянно болеть, кровоточит. Она постоянно саднит, и страсть это никуда никогда не уходит. Она никуда не уходит. То есть, если, вот я говорю, чем ты научился врать? Лошадь тебя постоянно наврать тянет. Если пьяница, это постоянно это желание пить. Блуд, да никуда эта похоть не денется. А блуд, он разрушает вообще абсолютно все. Он никуда не денется. Но вначале, вот мы здесь говорим, первое – это лживость. Лживость порождает глупость, а все остальное. И вот как раз исцеление это человека, вот от блядства, оно как раз происходит. Вот обратите внимание, человек становится умным. У него раз, у него похоть уменьшается, и он врать перестает. Станет человек честным, вот просто честным. Смотришь, он через некоторое время у него похоть проходит, и он становится умным. То есть вот эти три составляющие, честность, ум и бесстрастность, они вместе связаны. Но это связано, ты настолько близок к Богу себя хочешь подвинуть, ты отторгаешь от себя вот это всего. Ведь на самом деле вот как-то очень интересный разговор, когда с детьми общаешься. А как спастись? И в чем спасение? Почему Бог – любовь? Вот как просто на самом деле… Любовь – свойства, а не чувства. Вот я сейчас поясняю. Первое. Кто входит в Царствие Небесное? Ключ, вот, в Откровении, 20 по-моему, глава, там перечисляется «Участь кого?» и написано «Участь всех лжецов». То есть на самом деле нет ни одного человека, который бы не согрешил. В Царствие Божие входят люди честные. Это принципиально важно, потому что честный человек, будь он даже находящийся в секте и прочее, но человек, который честный, он рано или поздно найдет Бога. То есть это принципиально важный момент. Вот это качество приобретается и начинает сразу все приобретать. И ум появляется, как только честность приходит, и бесстрастие потом приходит в рождение похоти. То есть это первое, надо стать честным. И поэтому обратите внимание, вот я как раз вот когда пишу книгу, один из там семь ступеней это число полноты. Вот. Семь ступеней возрастания настоящего товарища и друга. Первая ступень это честность. Это очень важный момент. Чтобы прикреплялось к ней. Да, и обратите внимание, вот честность, она нужна и для того, чтобы войти в церковь. Ведь первые слова и апостола пророка Иоанна Крестителя и Господа, покайтесь. То есть задача стать честным. Это первая ступень вхождения в Царство Небесное. Лживый человек, вот Бог будет стоять, он его не замечает. То есть честность. Вот. И поэтому с нее всегда начинать. Вот и мы разговор-то продолжали. Вот эта честность для меня стала очевидной только на 41-м году жизни. И после этого начинает что-то меняться. Я просто начал видеть те вещи, которые я раньше просто не видел. Это удивительная вещь, что дает по-настоящему честность. Ну вот, на самом себе. А я тоже вот, когда с Игнатием Тихоновичем встретил, и вот начал много вопросов задавать. Постоянно писал вопросы. И вот получал короткий, но резкий ответ. И я сначала так раз сомнений, но неправильно же, вроде как переживаю. Но не возражаю. Проходит определенное время, все как пророк. О, есть пророк. Решил, вот сказано. Вот чтобы опять совет попросить, я уже знаю. Вот никуда не иду. Я вот отцу своему напишу духовную, он мне ответит. Все, я не. Вот сказал и следуй. Сказал. А знаете, и следуй. В чем его секрет? Мудрость. Почему? Мудрость. Ну просто у меня тоже сайт есть, люди задают вопросы, и где-то, наверное, уже на 3-4 году я понял. На самом деле задают одни и те же вопросы. Абсолютно ничего нового вообще не придумают. И ответы всегда одни и те же. Вот. Вот так вот. То есть честность. А теперь тоже очень интересный момент. Ключ о спасении. Это 25 глава от Матфея. И, кстати, толкование меня тоже поразило. То есть за что люди пошли в ад? И за что те в Царствие Небесное? То есть там написано, что и Господь никого не обличил. Ты блудил, ты грешил, ты не постился. Написано, не делал добрые дела. Вот это очень важный такой момент, который у нас не совсем еще стал развит. То есть у нас как бы начала превалировать позиция апостола Павла, что вера. Но не зря тот старый апостол-то, который
еще слышал глава, собственно, слова-то Христа, начал с апостолом Павлом-то спорить-то. Вот, что дела-то надо показывать. То есть первое – это делание добрых дел. Это очень важный момент. Следующее, как происходит прощение грехов. Молитва Отче наш, и оставя нам долги на. Вот, это очень важный момент. То есть вот, Господи, я простил всех должников. Ну вот. Все. То есть стань честным. Да, конечно, нужна вера. То есть первые столпы спасения – это честность. Следующее – прощение других. Так, и третий столб сейчас вот выпал из головы. Сейчас как раз общались с одним молодым человеком, что называется, с лету сообразил. Ну, чуть попозже, если что, добавлю. Ну, вот. То есть очень просто, на самом деле, спасаться. Это да, на словах да, просто. Да, третий столб – нахождение в церкви. Вот, очень важный момент. Но это же надо, чтобы изначально было, как бы сказать, но нравственность, она от земли идет, воспитание. Вот как вот ребятишки, вот это уже нравственность, когда они разговаривают, общаются со взрослым человеком, человек что-то объясняет, когда они не оторваны, дети. Вы, Игнат Тихович, много об этом говорит. А потом уже вот эту паузу тяжело запомнить духовностью и нравственностью. Когда они уже вцепились в эти компьютеры, клубы, наркотики, уже оттянуть тяжело, уже потеряно. На самом деле, вот у меня тоже четверо детей, и на самом-то деле проблема-то в родителе, вот что дело, еще больше. Так, минуточку, а что хотели сказать, не забудьте. Я хотел сказать, обратить внимание, вот приблизьте их. Посчитайте, сколько человек? Пять. Они уже около 15 минут стоят. А и причина какая? Там сложность в том, что уже они уже раздевались и плавали долго, они замерзли. Понятно, очень сильно. И что дальше? Потом полы эти не могут. Теперь вот решили полы, вот эти стойки сделали, поперечину, и полы утопили. Так, стоят-то почему на одном месте сейчас? Сейчас решение. Думаю. Это решения никакого нет, пока они стоят на месте. Это я обращаю к церковным делам. Надо шаг сделать вперед, этого пойдет. Понимаете, шаг, который нужно там сделать, там уже было сделано. И оторвалось, а там, которое ненужное. Что-то вытащили, а что-то нет. Что мешает? И нужно решительно повернуть влево. Тут привыкли вправо. А сейчас бы они посмотрели, а слева совершенно свободно. Они бы уже давно сделали. Но там нет руководителя. Решительного, смелого. Их, ну так они же стоят. Пускай сами доходят. Если бы был там отец Аким, они бы не стояли ни одной минуты. Он мгновенно принял бы решение. Он очень в этом вопросе быстрый. Мы кроем крышу. Ну, кроем, нам казалось нормально. Подают, то другой он подошел. А что вы стоите на месте? Батюшка, да мы кроем. Кроете, я пришел, вторая шиферина. Так, бери, подавай. Ты что, наклоняйся сюда. Пока он стоял, уже половина крыши покрыли. Нету руководителей. Они сейчас стоят. В церкви не даже люди, истинно обратившиеся к Богу, очень хорошие, ну бывают хорошие где-то, они не знают, что делать. Мы идем из церкви. Длинное богослужение архиерейское. Архиерей был такой Гедеон Докукин. У нас архиепископом, потом ставропольским митрополитом был. Но я иду и говорю, владыка, ну я чем могу быть в церкви полезен-то? А мы знакомы с ним уже, не раз беседовали. Ну ты же в церковь ходишь, хожу. Ну а чем еще больше надо? Беда наша. Согласен? Аминь, это беда. Все. С людьми делать не знают, что. Хоть 100 талантов у меня будь, я не нужен здесь. Смотрю, занимается у баптистов. Он только обратился. Он и, не знаю, тут же научили его крюки эти писать, ноты. Сидит, переписывает. Пошли дальше. У нас там посещение. Называется на посещение в соседнюю деревню. Там одна бабушка нас слушает. И они уже его потащили с собой. Я хоть сколько буду здесь ходить, меня никто не тронет, никому я не нужен. Если я стал говорить... Сразу настороженное внимание. Сектант. А что он сказал? Библию изучать? Библию? Ну, а вот я и говорил, что сектант. Это баптисты со своей Библией носятся, со своей. Хотя она и патриаршего издания. И вот они сейчас стоят. Что? Нет смелого, решительного человека, который сказал бы, я в 6-м промерил, там опустить можно, там ничего нету. А там оно было, остаточное явление. Вот в церкви иногда нужно так. Мы не можем разрешить вопросы на первом этаже. Не можем. Мы бросаем это дело, так не разрешить, запутано так. Переходим на следующий этаж. Там уже не разрешить. Мне сейчас спрашивают люди, которые обратились. А в том месте занятия образовать. Первым делом занятия. Чтобы ежедневно двигаться вперед. Батюшку, батюшке говорить или не говорить? Понимаете, вопрос.
И вот один говорит, и мы решили батюшку пригласить. И батюшка пришел. А мы говорим, батюшка, мы вот занимаемся Библией, а время совсем нет. Вот служба, нам идти на службу или заниматься. Если бы просто заниматься, он бы сказал, занимайтесь. А тут так, он был моченый, крестьяне принимать, не принимать. Это не, это во всяком деле такое. Батюшка посидел, не знаю. Они никак не ожидали этого, не знают. Почему не сказать, ребята, давайте работу рассмотрим. Какая у вас работа? Может сменить работу? Для меня этот вопрос был понятен в первый день. Я на корабле, я в кубрике, мне никуда не повернуться. Что мне делать? Я выбрал место, там багерская рубка сзади, когда там управление вышло из строя, берется управление сзади корабля, там командует, передают, иду куда, налево, направо. Я нахожусь там, я понял, мне нужна своя багерская рубка. Я должен найти работу такую, когда ум мой не участвует в работе. Я механически буду делать. Но я все время размышляю. Как появилась мысль, у меня бумага, я сразу черкнул одну строчку. Дальше я развиваю эту идею. У меня столько проповедей, не напечатанных нигде нету. Нигде. Священник говорит проповедь. Я вижу, что не знает он Василия Великого, он не считал Ефрема Сирина, он блаженного Августина в руки не брал, он плетет-то сегодня. Я с сынишкой шел, он упал, я поддержал, вот так Бог нас держит. Он дальше этого не идет. Он ко Христу прямо нигде не зовет. Ну и что? Ничего. Я продолжаю работать. У меня накапливается вот этих сносок уже 1500 проповедей. Ни одной не произнесенной. Но у меня мышление такое, что я не просто сумбурно мышлю, а у меня в уме слагается предложение, которое я начинаю выражать, они литературно записываются. У меня мышление другое. И попутно, как бы на параллельном канале, я думаю то, о чем я работаю. Я ему не нужен, архиерей, я все это ему сказал. Не нужен. У него секретарь, потом он погибнет. Может быть, слышали, Пивоваров, отец Александр? Божьей милостью талант проповедника, кандидат богословских наук. Мы едем в троллейбусе, он ко мне присоединяется, а мы у него три брата проходим курс семинарии. Отец Аким-то у него взял, я вместе с ним прошел этот курс. Все конгресса курсы. И вот он говорит, сейчас проповедь у меня такая будет. А что бы вы сказали? Я мирянин. И он меня спрашивает. Архиерей не спрашивает. И священники, которые вы спросили меня, из всех сотен, только один это спросил. Пока мы едем, я ему полностью проповедь читаю. Проповедь в уме. Я знаю, какой день сегодня, что будет. Я каждый день, мне не говорить, мне не проповедовать, а я готовлюсь к проповеди. Я оттачиваю ум свой. Я беру интересные примеры, а он этого не знает. Я отцу Александру говорю, сказать я бы сказал так. Но дальше самое важное. Он выходит и говорит почти слово в слово. Другой бы сказал, да еще подумает, что я у него учусь. Да кто он такой? Здесь ничего этого нет. Вот как отец Геннадий Фаст. Его тем более возвеличивает Господь. У нас были люди, которые в моем доме обратились. В моей печке сжигали свои партийные билеты комсомольские. Ходили на занятия. Ну а потом их попы повернули в другую сторону. Почему? Я направил. Ходить или не ходить? Я говорю, ходите. Они пошли, попы сказали ему, ты с Игнатием знаешь, да что ты, еретик, никому не говори, что ты знаешь с ним. Тебя попом не поставят. Не поставят. Я его к нему, попу, направляю, он его отравляет, против меня направляет. Но я продолжаю свою линию гнуть. Все равно ты ходи к нему. Иди покажись священнику. А вот скажите, почему они так делают? Вопрос это еще один наворачивается такой на это вопрос. Но я не могу изменить эту тактику. Раз такое дело, я попам объявляю войну, я этого не сделал ни разу. Если он поступает неправильно, я спокойно показываю его неправду и показываю, как надо говорить, как делать. Я знаю, рано или поздно мои слова и дают до священника. Но вот он попал в опалу. Его обвиняют в нарушении 7-й заповеди. И очень серьезно. А я веду занятия одновременно в 5 университетах, 3 радиопрограммы регулярно веду. Когда в 7 техникумах, в 25 школах, во всех 5 отделах городской и краевой милиции, во всех воинских частях, то есть абсолютно все охвачено. Я мгновенно начинаю расследование, узнаю, это неправда. И везде, где бываю, я везде начал говорить. Не прелюбодей, да? Что нет, он верный своей жене. Этого не было. И которые доводы были, я показал, почему этого не могло. Не могло быть, даже гипотетически. Вот почему. И ему стало это известно. А он главный враг мой. Вы бы видели его положение. Говорит, обхватил голову руками
Ни один человек не восстал за него. Мой час настал, рано или поздно. Сегодня-то на это не пойдут. И я с моим талантом, пусть он махонький, я не нужен архиерею, но ты ходишь в храм, довольно для тебя. Для меня? Не, он, я архиерея, ко мне, он мне говорит, Гедеон, это. Но я на этом-то не останавливаюсь. Я говорю, владыка, надо порядок навести в своей епархии. Вот у вас монахиня там живет, и живет с монахом. Я не говорю, что прелюбодействуют. Они живут в одном доме. Я съездил, рассмотрел, поговорил. В народе что говорят? Игнатий, ну что ты? Ну... Я говорю, Василий Великий говорит так. Да кто он такой, Василий Великий? Такой же мужик, как мы. И пишет, говорит, ну уж этого Игнатий потерпеть не смог. Такой да не такой. Я знаю, Василий Великий меня огрел бы крепко за то, что я монахом, на монахах говорю. Но в данном случае я должен все оставить. Речь идет о наследии жизни вечной. И что проходит время, Господь развел, все как будет. Ты верь, молись, труби, бей в одну точку. Стучи в ворота небесной отчизны. И Бог найдет слушателей своих. Бог найдет. А он враждует. Это его вражда, не моя. А что я говорил, он говорит одно и то же. А почему я сегодня говорить должен не то, что вчера? Потому что это Писание говорит. Вчера были одни люди, сегодня другие. И вы это знаете. Да, мы с братом вот разговаривали тоже по эту тему, что именно говорят, вот некие вещи обращаешься, говорят, да это мелочи. И все вот как бы на мелочах, в мелочах откидывают. И даже вот довели до того, что, как вы говорите, о крещении. А какая тебе разница? Это мелочь, понимаете? Вот. К этому я добавлю одно. Выпроси у Бога дар слез. Размочали это все. Пока этого нет, ты ничего не знаешь. Ветер в юбке. А когда ты увидишь, где твой муж, и ты поймешь, что как он ценен, вот тогда ты будешь его ценить и ходить под его рукою. А так это все ветер один. Ты сам для себя будь лидером. Никогда не измени однажды избранному, если оно проверено по Библии, по канонам, по святым отцам. Никогда не малодушествуй. Малодушный – это то, что и трусливый. Он отступил. Вы сейчас слышали, он 22.17. Это участь в озере Огненном. Чародеев, прелюбодеев и всех лжецов. Ну и определи, где ложь, где правда. И, клясться нельзя, но скажи «да». Избирай путь правды. И ничего, кроме правды. И Бог тебя обильно благословит. Ты свои таланты не знаешь. Я вот до сегодняшнего дня молюсь каждый день. Господи, открой мои таланты и помоги мне их умножить. Я прошу, когда я уже давно за бугор зашел. А мы просим, ну дай нам, Господи, хоть чуть-чуть от того, что знает Игнатий Тихонович, ну хоть чуть-чуть, говорит, талантов нет. Чтобы нести Слово Божие, вот именно говорить так. А вот они делают настойчиво, и как думаете, сделают? Я думаю, сделают. Сделают. Потому что они стоят, они ничего не делают, они советуются. В этом ничего не делали, ни один из них не знает. А кто-то молится, эта истина может одному под темечко брякнуть. Видишь, они начинают. Сделали, пасовали, не получилось. Потащили в другое место. Потом надо делать лестницу. Не, они сейчас видно, что этот человек учитель. Ну чего с ним спрашивать мне еще? А тот другим делом занимается. А кого тут не хватает? Лидера. Решительно точно будет сказать здесь. Здесь будет город заложен на зло отменному соседу. И хотя там одни копии, будет построен город. Еще палатки ставить здесь? Да, да, мне кажется, что глубина может быть неправильно вымерена еще. Не, мерили, три раза мерили. На каком месте прибита доска, правильно? Правильно, потому что это вот вил мерили, потом Володя же раздевался, они... Но она упирается, Дмитрием, вот, видишь что. Они плавали же здесь. Попытались первый раз прямо так полы сделать. Да это я так сказал, чтобы не было этого. Потом вымели, потом Володя ложился, им по нему палку ложили, вот так по груди отвечали. И вот когда мы пособирали... Великое дело спасти душу. И в этом деле никто лишний не будет, кто рядом находится. Ты не знаешь, какая беда придет сегодня к вечеру. Как говорит, еще не вечер. И он окажется самым нужным. И даст такой совет,
рассказывает, я разговариваю, допустим, с танкистом. Я говорю, а где? На Солонцы не заезжать, топь. Это как, ну, топь. Он уходит, танк сел на брюхо, а теперь гусеница в воздухе мелькает. Ничего нет. Они бревна тащат, она бревна под себя подминает и уходит. Ну, что там уже? Что знали, выматерили все. Все этажи ушли. А там домик на таком расстоянии. Бабка это все видит. Но она еще толком не знает, что. Она какой-то камушек взяла или подобрала. Подошла. А что вы тут делаете? Да стрель, бабка, иди ты домой, свои дела делай. А вы вот этот камушек бросьте под него, он вылезет. Рехнулась старая. Да мы бревна десятиметровые толкали, ничего нету. Трудное положение. Ты пошла домой, камушек бросила. Посидели маленько. Трогай. Тронули, машина вышла. И уже не вспомнили о бревнах, а вспомнили о камушке бабушки. И вот сколько кричали, говорили, я говорю, прям на память пришло, она еще заколдовала, или он превратился в глыбу в какую-то, я прям гусеницей почувствовал, что он по-твердому пошел. Вот и все. Мы недавно сами застревали на Солонцах. Прям только с дороги свернули, наша села, она еще пошла вниз. В Дагестане? Да, мы выставили там, это Солодка, где называется. Вызвали отсюда машину, там она нас вытащила. Так в божественном деле. Не ладится что-то. Бывает, уже стих я знаю, где он написан. Мне это все известно. Ну, на чем-то стоит, не знаю. Стал молиться, стал читать и вижу в концовке этого стиха библейского то, что я не надавил. Вот нужно знать, как беседовать. Когда ты миссионерствуешь, тебе надо знать эту тему намного лучше, чем знает ее противник. И не только знать, а что он скажет. А скажет иногда тот стих, который у тебя в середине стоял, тебе надо по диагонали будет вытаскивать. Но это же опыт. Это опыт непрерывный и многолетний. Огромный опыт. Ну а спорит, когда человек, ну я вывел решение, спорит, кто ничего не знает. А знающий возвещает истину. Я спорил ровно до того времени, пока вот вас так не встретил. Я со священником, когда говорю, ну я говорю, ну ты это читал? Читал. Ну ты знаешь. Конечно, знаю-то. А вижу, что уже у него от того вопроса закипает. Ну, ты дальше-то прочитай следующие-то стихи, о чем говорят. Ну, сделай это. Ну, восстань против. Создать собственное течение против всего бурного потока, что несется. Да архиерей запретит сразу архиерей с детишками, как мне тут один Сиверский писал. Он меня с ребятишками на мороз выкинет. Хороший же ваш архиерей, да, если это... ты его с волком сравниваешь. Если честно, нагонял. А? Нагонял. Нагонял. Уж кого наш архиерей прощает, поэтому это был на самом деле наговор. А ты пойди на все. Я с Богом. А что будет? Это Федоров Амулевский был такой поэт. Говорит, а там уж что будет, то будет, пускай. Так нужно работать. Мы дружно давай работать руками, работать умом, работать без устали ночью и днем. Вот и все. Я говорю, если сеял на 50, будет или не будет. А если не сеял, ничего не растет. Раз не сеял-то. А ты скажи, а может действует. Не просчитывай, что он сзади. Вот я говорю, мне иногда батюшка говорит, ну ты же знал, что он не примет. Ну для чего его драконить-то было сказать? Не знал. Если ты знал, ты не говорил. Я не знал, я говорил. А мне ответьте, Иоанн Креститель знал или нет, что Ирод не примет от него? Он никаких признаков не было, что Ирод примет, что оставит Иродиаду. Он слушал по другим вопросам, в этом он не слушал его. Потому что прелюбодеяние, о чем он говорит, это грех, который засасывает. Блудник скудоумен. И когда люди жалуются на память, я сразу задаю вопрос, первый раз женатый или второй? Как ты живешь? Не изменял ли жене? Почему? У блудника ум как проеденный насквозь, как сыр мышами. Вот и все. А когда это я вывел, дальше мне легче разговаривать. Ты на больше не претендуй. Остановись на чем есть. Больше тебе не дано будет. А я буду учиться. Дырявая корыта не удержит воды. Задержись хотя бы на том, что есть. Еще глупее не стань. Мне говорили старцы, когда я проповедовал. Ну вот подожди, если женишься, поплывешь. Или самое...
больше, что ты можешь достигнуть, задержаться на той ступени, где ты сейчас находишься. Моя жизнь опровергла все их предсказания. Абсолютно все. Бог дал мне такую жену, которую не надо побуждать на молитву. Я ее никогда не бужу. Она находится от меня за 500 километров. Я знаю, она сейчас на молитве. 4:40 она на молитве. Ну, теперь проверь себя. Пойдет твоя жена на это? При том, чтобы ежедневно не будить. Она начнет что-то, как говорится, бухтеть. А я за столом. Я сразу ложку положил. Ну что, я ее слева или справа? Апперкот. Копыта кверху. Я сразу к иконам. Я встал и молюсь. Глаза скошу, смотрю, рядом стоит молится моя голубка. Я сяду, а она понимает, рот закрыт, я ничего не отвечу, самая покомандовает-то. Я сразу ложку положил в угол. Пока просчитаю, там время-то идет, не одна минута молиться-то. Третий раз уже некогда, я ушел на работу. Вот теперь я и в учение ушел на работу, муж не емши. Вот и все. Я говорю, а ты как, да куда она денется? Так это можно, конечно, сделать, но будет ли она тебе другом, будет ли помощником, когда ты будешь в беде? Ну ладно, она в годах, а если она молодая, ты удержишься на это? Ну а как я должен поступать? Я тебе рассказал, ты ничего не понял, у меня больше ничего нет сказать. Молитва. А на молитве ты не просто Богородица Дева радуйся, когда медведь наседает, а ты конкретно скажи Богу, чего ты хочешь. Конкретно по определенному человеку. Я прошу, Господи, мне нужно повестку. Все советы, какие давали распространять книги, давайте на 3-4 части распространим. Не получается, это не получится, это не те книги. Я принял решение вести, но Николай не поехал, мне дальнобойщик нужен. И я молюсь. Вдруг маленький отзыв поступил мне с Краснодара. Теперь я определенно молюсь об Александре. И вот он сидит уже рядом. Он не просто сидит, это ответ на мою молитву. Я молился о крушении тоталитарного режима Советского Союза. Молился о возвращении Александра Солженицына. Да ну это без тебя бы рухнуло. Не сомневаюсь. Но я молился. Я просил. Я увидел исполнение этого, как будто я один молился. Я благодарю от всей души Бога. Научиться надо видеть продвижение в том, где нельзя было сдвинуться. А ты молился от Бога. То есть наполни уста, уши, дела, руки благодарением Богу. Благодарение открывает небо для новых благодеяний. Молитва, она ничего не решает. Делает все Бог. Но она открывает врата неба для благодати новой. Бог глядит на наше смирение, на благодарность. За все благодарите. А этому надо учиться всю жизнь. Я души не чаял, один сын. И он так не глупо погибает. Возблагодари Бога. Бог разберется, глупо или не глупо. Но это кормилец был. Я так ждал. Он на олимпиадах везде премии брал. И его этот шофер пьяный задавил. Рядом конопатый Пашка шел, никому не нужный. Уже с детства видно, что пьяница. Почему не его шофер задавил? Ты можешь задавать эти вопросы, и ответа ты никогда не получишь. Одни говорят, Бог берет лучших. Я отвечаю, не знаю. Судный день откроет. Мы о ком думали, что он спасен, он уже давно в аду, кому молимся. Кто канонизирован, он может быть не канонизирован, а канализирован. Давно в канализации находится. Ты только благодари. Но церковь признала его святым, я молюсь. Для меня вопрос нет. Я православный. Я этой фразой отрезаю всякие размышления. Мне зачем думать? Церковь обдумала. Но для себя я ему подражать не буду. Сергию Радонежскому я не подражатель в вопросе благословения на войну. Я нашел ответ. Благословение это было в предсказании. Это понятно. У нас выступал этой весной Александр Ужанков, профессор. Вернись назад, гвозди торчат, ты бросил. Ты что делаешь? Выдрови гвозди сначала. Он начал рассказывать о Борисе и Глебе, а потом переключился на домострой. Ну и... Никита! Сидели учителя, женщины. Никита! Да. Я тебя позвал, иди сюда. Так, минутку, задержись. Становись. Ты знаешь, что это дело импирс, и дети будут ходить? Да. Посмотри, гвозди торчат из доски. Ну, Да. Гвоздь сам по себе не торчит, он когда вбитый. И сделать гвоздями кверху, это ты сделал. Два человека уже напорятся. Ты это понял или нет? Понял. Зачем же ты бросил, если понял-то? Ты виновен перед Богом. Иди вырви их гвозди и больше никогда не делай.
отрок. Сидели учителя, и он начал рассказывать, как тогда у нас на Руси толковали гибель детей. Ну вот. Вот для меня тоже это было интересно. У меня очень, ну, как сразу всклокотали наши учительницы, все сразу слушали про это, а тут задело. Ну вот, да, первое объяснение о том, что человек может быть разбойником. Ну вот, таким разбойником. Поэтому этот ребенок был отнят. Значит, первый вариант. Второй вариант, объясняли, что дети все-таки могут нести ответственность за родителей, и это ребенок, что называется, несет последствия греха родителей. Вот. И тут просто вот вынесло вот это понимание, вот это, что все-таки... Так вы подтверждаете местами Писания, иначе вам и впредь никто не поверит. Но я пересказываю слова профессора. Но главное, труднее всего второй вариант доказать. Я сразу хочу сказать, сыновья Илии, и все будут умирать в молодом возрасте, а его давно нет. То есть за грехи родителей дети умирают все в раннем возрасте. Вот вам ответ где. Илий. Дальше. Это еще люди же от того, что иногда путают душевное с духовным. Это, Александр, пусть он закончит. Я только сказал, вопрос трудно доказывается, но когда вы Писанием подтвердите, все заглохло. Дальше уже он угоден Богу, раньше взял, тут уже известная картина, это можно доказать просто, а это нет, это одно место Писания. И когда ты местом Писания сказал, они даже не понимают, сразу наступает мертвая тишина. Просто знать силу Писания, а его до конца знает, до конца Бог только знает, и очень много знает сатана. Я говорю, три раза Христос, ко Христу искушение было, и Христос трижды отвечал, написано, да он без тебя знает, написано. Но в произнесении этих слов некая сила непонятная, что сатану заставало отступить. И он к этому вопросу уже не возвращается. Написано, Богу одному поклоняйся. Написано, не хлебом единым. Написано, и как будто огненный смерч бьет сатану, он попаляет его. А люди не понимают, они хуже бесов стали. И когда ты произносишь, даже одержимые пятятся. Или будут умирать в молодом возрасте все за грех отца. А отец-то был хороший, но слабовольный, слабохарактерный, подкаблучник. Вот ответ. Почему силу имеет это слово? Потому что оно не твое. А я, Господь говорит, посылаю, и слово мое не бывает тщетным. Оно возвратится, исполнив то, для чего я его послал. И слово его, говорит, наполнило небо и землю касалось. Когда Господь послал казнь египетская, небо и земли касалось слова. Людям неизвестно это, но мы должны войти вот именно в это разумение. Вы третье еще говорите дальше. Да, пожалуй, все. А, все? Ну, вот так. Ну, а что именно молот? Это вторая глава «Премудрости Соломона». И Господь взял его, дабы ум его не развратился. А люди видели это и не уразумели, что Бог восхитил его в молодых годах. Почему он умер? Бог знал, что дальше он развратится, но он соединяется с первой частью. Даже не то, что он разбойник будет, но просто он мирским будет. Ну, хорошим музыкантом, хорошим Чубайсом, ну, может быть, хорошим Ельциным, но он не будет с Богом. Ну да. Просто нужно все приложить. Живой, кстати, на этот счет живой пример. В прошлом году ко мне приходила мать, вот. Девчонка заболела в 16 лет раком. Вот. И мать молилась, Господи, оставь мне дочь хоть какую, но живую, вот прямо хоть какую. И дочь пошла. То есть наркоманка, блудница, не наркоманка, алкоголичка, то есть 24 года пьяная на улице валяется. Блудница, Никита, вот что называется, оставь возьми щипцы, какую. Щипцами вытащить их гвоздь сразу. Вместо того, что, Господи, да будет воля твоя. То есть Господь ведет, я читал рассказ, почему болеют дети, священник. А тут уже живая история, которую мне рассказала вот женщина. Она кем стала? А? Блудница пьяная, алкоголичка. Мать такая, оставь мне хоть какую-то. Да, тихо, вот мы еще разговаривали, вот с братом разговаривали со мной. Да, погромче вот, говори. Когда вот крещение, да, вот, да. Которое методом обливания, там, окропления, все, вот оно не полное. А потом вот, ну, ты же ходишь в церковь, все, ты причащаешься. Ты уже причащаешься недостойно. Знаете, на эти рассуждения никогда не склоняйте ум. Бог разберет. Бог разберет. Это только Господь знает. Не, ну, люди причащаются, какие мы не знаем. Но они причащаются и всех поздравляют с причастием, с причастием. И стоит Андрей юродивый, один, только один видит, что черные эфиопы влагают людям не причастие, а уголь в рот.
почему это скрывает от людей-то? А, это сказал это Макарий Александрийский. А там другое было видение. Почему никому больше не показано, и об этом священники молчат? Одному, видимо, одному единственному. Ну и с кем ты причащаешься? А куда причастие делось? А говорит, ангела невидимо рукой возвратилась в алтарь. Я православный, я это принял. Я знаю, что именно так. Поэтому как это будет перед Богом? Бог рассудит. Потому что тут столько цепляется, иногда даже доброе деяние сделал. Хорошо, а чтобы заметили. Вот смотрите, пятачок даю на двоих. Запишите в газетку. То есть он бьется в губернатор, ему надо показаться. Какая цель была, с какой целью сделал, почему это сделал. У Бога все эти вопросы выглядят не так, как у нас. Представление о рае у нас слишком плотское. Ну да, и добро со злом делает. Да не видел глаз, не слышало ухо. Успокойся на этом. А я причащался теперь, а теперь крещение принимаю. А то не вы один задаете вопрос. Я говорю, зачем ты задаешь? Тоже в прошлом, тебе надо думать о будущем. Ты об этом думай. Ну а я был священник, а как теперь? Ну прими крещение и священствуй. Дальше зачем ты задаешь вопросы-то? Ты не крещеный. А как тогда через меня люди были? Ну я тебе буду говорить, подтвердить я это не смогу. Тебе это не надо. Доверься Богу и проси прощения. У тебя выхода-то никакого нету. Это твои щенки были. А теперь псы выросли. Ты посмотри на плоды, что было. У тебя нет другого выхода, как только плакать, говорит, а рога в землю. Вы меняйте одежду, ребята, мокрые не стойте на ветру. Митя, я пошел. Берите одежду какую-то. Стараются. Сам для себя, с женой неладно. Вот. Она замкнулась, надела на себя одежду, вся из звезд пятиконечных. Я кое-как прикрыл ее. Но она на ней осталась. Она этого не понимает. Этого не надо делать. А как? Да никак. Покрасили, сожги. И вот у меня, допустим, я знаю, что у нас не положено свитер носить сверху. Потому что с поясом неудобно. Свитер под рубашку. И рубашка, чтобы была с поясом сверху. Ну а как? Ну никак. Чтобы меня на этом не захватили, я рано или поздно надену. Я все свитера, а у меня дареные были, там из пуховиков таких. Все, рюкзак набил, пошел в дом инвалидов, раздал, и все кончилось. Я ни разу не был виновен в этом, чтобы... У нас в уставе это принято. И весь сказ. Ну, надо себя обиходить, как должно. Посмотри, что они. 13 часов 4 минуты. 2-го. Я буду тебе помогать.